обзорный госпиталь, который позволяет самоизолироваться лицам, у которых нет возможности. А вы знаете, что если человек прибывает из зоны риска, из тех регионов, которые подвержены заболеваниям, если человек прибыл из-за границы, то рекомендация Роспотребнадзора и системы здравоохранения изолироваться на 2 недели. Но не у всех есть возможность, если кто-то проживает совместно в квартире. Это как раз был тот случай, поэтому пациентка была изолирована в лечебном учреждении. Тесты, которые у нее были проведены неоднократные, они все дали отрицательные результаты. Сегодня она выписана. Но опять же, я хочу обратить внимание, что в 7-й городской больнице размещаются лица без признаков заболевания. То есть это только необходимая мера по самоизоляции. Те, кто болеет, они размещаются уже в инфекционных отделениях. Ну, вы сказали, получается, о тех... Подождите, что-то нам пишут, что нас не видно, не слышно. Сейчас буквально давайте мы прервемся, заново перезапустимся, потому что нам сообщают, что нас почему-то не видно. Ну, по крайней мере, я вас вижу, слышу. Хорошо. Я вас тоже хорошо вижу. Хорошо, мы этот эфир перезапускайтесь. Сохраним обязательно. Хорошо.